Орехово-Зуево, город родной, здесь жизнь протекает над Клязьмой рекой, а в тихом районе у вас по соседству находится садик счастливого детства. Яблонька – это ласковое название того дома, где наши дети учатся красиво и правильно говорить. Яблонька – это дерево, символ жизни. Оно оберегает, заботится и растит свои большие и маленькие яблочки. Здесь работают родные по духу люди. Они стремятся сделать мир вокруг более совершенным, цветным и ярким. В нем хорошо нашим детям, каждый из которых самое удивительное чудо на свете. Организация воспитательно-образовательного процесса в нашем учреждении строится на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Основным приоритетным направлением является преодоление речевых нарушений у детей. Оно достигается посредством логопедических занятий с целью развития языковой системы. Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, преемственность в работе всех специалистов. В детском саду взят курс на интеграцию индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий во все направления – физическое развитие, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. Для обеспечения реализации основной образовательной программы в детском саду создана целостная, многофункциональная, трансформирующаяся, развивающая среда. Она оптимально насыщена, представляет собой поисковое поле для каждого ребенка, которое стимулирует процесс его развития и социализации. Следуя тенденциям дошкольного образования, педагогический коллектив достигает высокого уровня во всех направлениях профессиональной деятельности. Присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области, открытие и функционирование нового сайта с присвоением статуса «Высокий уровень сайта» по результатам общероссийского рейтинга, открытие и функционирование инклюзивной группы кратковременного пребывания. Победа публичного доклада за 2013-2014 учебный год в городском конкурсе. Второе место этого доклада в областном конкурсе. Встреча, обмен опытом и сотрудничество с коллегами из Баварии и Израиля. Вручение почетной грамоты губернатора Московской области руководителю. Выход в финал и победа в номинации «Педагогический артистизм» в городском конкурсе «Педагог года 2014» музыкального руководителя. Более 10 публикаций педагогов в научно-методических журналах. Неоднократные победы воспитанников в различных городских конкурсах. Победа творческого коллектива в городском смотре конкурсе к 70-летию Великой Победы. Родители – активные участники образовательного процесса. Чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, мы убеждаем их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными. И у нас многое получается. Приглашаем вас в наш детский сад, в такой, который остается в памяти, как теплый и уютный дом, где душа каждого ребенка открыта и доверчива.